Здравствуйте, господа! С вами Майкл Лившиц, и сегодня я проведу тренировку, или сегодня, точнее сказать, расскажу о маркетинге нашей компании Valentus. Это очень важно, поэтому, пожалуйста, господа, слушайте внимательно. Значит, в нашем маркетинге 7 видов оплаты. 7 видов. И сегодня я вам расскажу о каждом виде в отдельности. Для того, чтобы подписаться в наш проект, здесь есть 3 вида покупки. За 59,95 вы получаете одну коробку. За 129,95 3 коробки. За 199,95 6 коробок. И за 499 долларов и 95 центов 16 коробок. Поэтому, если, например, среди вас есть люди, которые хотят продавать продукт, если они покупают за 500 долларов 16 коробок, это 40% дешевле. Поэтому у вас есть возможность заработать деньги благодаря продаже продукта тоже. Первый раз, когда вы покупаете, подписываетесь в компании, не в зависимости, какой продукт вы покупаете, вы должны проплатить экстра 20 долларов. Это платится один раз, и за это, в принципе, вы получаете свой кабинет и 7, подчеркиваю, 7 реферальных ссылок. Кабинет у нас очень хороший, я знаю, что многие из вас уже с ним ознакомились. Если не ознакомились, просто посмотрите мои тренировки, где я делаю путешествия по нашему кабинету. Зайдите на каждую линк, откройте, посмотрите, потому что информации у нас там очень много. И первый вид оплаты, это, конечно, ритейл, то есть вы можете продавать продукт, потому что каждый раз, когда человек подписывается в ваш бизнес, вы получаете 20% бонус, или если он подписывается просто как потребитель, вы тоже получаете где-то 25% комиссионных. Значит, что такое Star бонус? Когда вы подписываете человека в бизнес за минимальный продукт, то есть 59,95, 60 долларов, то компания вам насчитывает очки, или как они называются, 50 BV. Это равносильно доллару, 50 долларов, которые идут в вашу группу. Но в первый месяц вам платят бонус, то есть за 60 долларов человек подписался, вы получили 20 долларов бонус. Не в зависимости, есть у вас люди под вами, нет у вас людей под вами, это и не имеет значения. Но если под вами подписался человек, вы получаете 20 долларов бонус, и 20 долларов или 20 BV идет в вашу группу. Если человек купил, подписался за 129,95, или я буду округлять за 130 долларов, то вам идет 40 долларов бонус, и 40 долларов идет в группу, с которых люди получают комиссионные. За человек подписался за 200 долларов, вы получаете 60 долларов бонус, и 60 долларов идет в группу. И если человек купил за 500 долларов, а коробку вы получаете 100 долларов бонус, потом еще вы будете получать legacy бонус 100 долларов, о котором я расскажу попозже, но это не сразу, на него надо быть квалифицированным. Поэтому сразу вы получаете только 100 долларов бонус, и 100 долларов идет в вашу группу. Что такое legacy бонус? Сначала на него надо квалифицироваться. Это значит, когда вы приводите человека в бизнес, вы его подписываете сами лично. Когда вы подписываете минимум три человека, которые подписались за 500 долларов, то эти legacy 100 долларов бонус идут вашему спонсору или следующему человеку по цепочке вверх, кто квалифицированный тоже купил этот за 500 долларов этот пакет. Поэтому запомните, для того, чтобы быть квалифицированным на 100 долларов экстра legacy бонус, как он называется, вы должны сами лично проплатить за 500 долларов. И вот как только, когда вы проплатите за 500 долларов, то в первые три человека, которые проплатят под вами, которых вы привели лично тоже по 500 долларов, то legacy бонус 100 долларов идет сначала спонсору, тот, кто стоит над вами, если он проплатил эти 500 долларов тоже.
После этих трех человек с четвертого и до бесконечности вы будете получать экстра $100 бонус. Что это значит? Это значит, что когда человек под вами подпишется за $500, вы уже будете получать не $100 бонус, а $200. То есть $100 как положено и $100 legacy. Я надеюсь, это понятно. Наш маркетинг называется dual team, это по-английски, это бинар. У нас всего лишь две ноги. Как вы видите на экране, внизу картинка, где посередине стоите вы, и у вас растет группа слева и растет группа справа. Кстати, хочу заметить, что если взять все самые крупные сетевые компании, которые торгуют $100 миллионов в год и больше, 80% этих компаний имеют бинарный план. Бинарный план самый популярный, его легче всего строить, и план, который приносит самое большое количество денег. Это факт, поэтому я просто вам выкладываю то, что так, как оно есть. И поэтому мне нравится бинарный план. Одна из моих основных компаний, которая у меня уже много лет, это бинар, поэтому я имею какое-то представление. Дело в том, что основная масса людей начинается разбирать вообще со своим маркетингом, в каком бы маркетинге у них не было, в каком бы проекте они не находились, только после того, когда под ними появляется большое количество партнеров, то есть 1000, 5000, 10000 человек и так далее. Только тогда люди начинают разбираться на самом деле, как работает маркетинг. Так вот, поэтому, чтобы вы знали, что бинар это один из самых главных, самых хороших маркетингов. И я просто повторю, это не то, что я говорю, это факт. Среди самых высокооплачиваемых компаний, которые торгуют $100 миллионов в год и больше, 80% этих компаний имеют план бинарный. Значит, здесь показывается у вас левая нога и правая нога. Самое главное, господа, в бинаре надо правильно строить свой бизнес. Например, все люди знают, которые приходят в бизнес ко мне, если я, например, ваш спонсор, и так как у нас многие наши партнеры делают то же самое, то вы будете обратить внимание, что ваша одна нога будет расти, потому что я ее строю. Вы должны будете строить другую ногу. Но вы должны помнить, что для того, чтобы быть квалифицированным, получать комиссионы от бинара, вы должны иметь два человека. Один человек должен быть влево, и один человек должен быть вправо. И для того, чтобы они были квалифицированные партнеры, они должны проплатить минимальный заказ, то есть $60, то, что нужно платить раз в месяц. И смотрите на это нужно как аренда своего бизнеса. Вы просто платите $60 в месяц за аренду своего бизнеса, и к этому вы еще получаете продукт бесплатно и 7 реферальных ссылок. Кроме того, у вас кабинет. Вы можете следить полностью за своим бизнесом, что у вас продается, что покупается и что делает каждый партнер в вашей группе. Значит, платит у нас так. Как только у вас появляется слева $200 и справа или наоборот, в одной ноге $200 и в одной другой ноге $100, вы сразу получаете 20%, то есть $20. Поэтому если у вас в одной ноге $200, а в другой 150, вы получите только 20% от $100, а $50 перейдет на следующую неделю. Платят за это каждую неделю. И хочу заметить вам одну вещь, что, например, если вы пришли в бизнес, и такое очень часто происходит, и одна нога у вас уже растет быстро, и там уже у вас тысяча, десятки тысяч долларов, так вот, господа, эти все деньги будут переходить с недели в неделю и накапливаться в вашей ноге, и никуда они не пропадут до тех пор, пока вы не начнете, у вас не появятся люди в другой ноге, то есть в слабой ноге, и тогда вы начнете получать деньги в расчете опять. Как только у вас в левой ноге, в одной ноге $200, а в другой 100, вы получаете $20 комиссионные. Как только у вас в одной ноге $400, а в другой 200, вы получаете $40 комиссионные. Как только у вас в одной ноге 600, а в другой 300, вы получаете $60 комиссионные. И вот так этот цикл работает каждую неделю.
Но если вы перестали или какой-то месяц не проплатили, то все деньги, которые у вас накопились, они сразу же пропадают. Поэтому очень важно, поэтому я всегда сравниваю это все как с проплатой своего аренду своего бизнеса. Это все равно, что если у вас есть, или вы думаете об этом, или вы открыте традиционный бизнес, который в традиционном бизнесе, например, магазин по продаже электронного оборудования, вы должны платить аренду. Потому что как только вы перестали платить аренду, у вас сразу же выгонят с этого места, и ваш бизнес накрылся. Вы не сможете сказать хозяину, который вам арендует помещение, я начну зарабатывать, я начну платить. Нет, платить надо с первого дня. И поэтому, когда вы на это смотрите, как с точки зрения бизнеса, тогда проблем больше не будет. Идем дальше. Значит, как я вам уже повторил, как только в левой ноге у вас появляется $20, а в правой ноге 100, вы получаете $20 комиссии. Я извиняюсь, я сейчас вернусь на секундочку обратно. Значит, когда в вашей группе человек, вам в первый месяц вы получаете всегда бонус, поэтому в первый месяц в вашу группу идет меньше денег. В первый месяц в вашу группу идет, если самый дешевый заказ, то есть basic на $60, в вашу группу идет только $20. И если человека вы подписали, то идет под него $20, с которых вы получаете вот эти деньги с ваших ног. То когда уже прошел следующий месяц, каждый человек, который проплатил продукт за $60, в вашу ногу идет $50 очков. Так вот, если два человека под вами проплатило, не в зависимости, кто их привел, два продукта и получили 50 очков, и 50 очков это $100, а с другой ноги $200, вы получили $20 комиссионный. Я извиняюсь, я прыгаю с места на место, поэтому если я что-то сказал и непонятно, у меня к вам, во-первых, совет, переслушивайте эту тренировку, а второе, вы всегда, в крайнем случае, можете позвонить мне по скайпу, и я всем отвечаю, и я вам смогу объяснить, может быть, с глаза на глаз, может быть, это будет понятнее. Но пока я делаю, как я могу. Значит, если продукт за $130, то вы получаете в группу 100 очков, за $200 150 очков и за $500 400 очков. И, как я сказал, с этого вы получаете 20% комиссионных. Значит, на этой странице Rank Achievement Requirements. Я не буду объяснять все, чтобы вас не запутывать. С левой стороны вы видите в первой колонке это название каждого, как говорится, то, чего партнер достиг. Он может быть Silver, Gold, Platinum, Ruby, Emerald, Diamond и так далее и тому подобное. Конечно, мой совет всем стремиться первое стать даймондом, стать бриллиантом. Когда вы становитесь бриллиантом, вы уже начинаете зарабатывать серьезные деньги. И как вы видите, вторая колонка это сколько вы должны иметь очков для того, чтобы быть квалифицирован. Кроме всего, что происходит под вами, вы должны еще быть квалифицированными на этот статус. Поэтому как Silver вы только должны иметь 50 очков. И эти 50 очков вы зарабатываете благодаря тому, что вы покупаете продукт за $60. А чтобы заработать 100 очков, вы должны купить продукт за $130. И тогда, как вы видите, все остальные статусы, уже максимальная квалификация 100 очков, то есть $130 в месяц. Но когда вы уже доходите до этого момента, то вы уже будете зарабатывать достаточно, чтобы ваша проплата вам ничего не стоила. И здесь показывается в третьем столбике, сколько у вас должно быть минимальных партнеров с каким статусом, чтобы быть квалифицированным. Например, если вы хотите стать Gold, у вас должно быть два человека Silver. То они у вас в одной ноге, то ли в двух ногах, это не имеет значения. Но у вас должны быть два человека, которых вы привели лично. И чтобы они были Silver, и ваша меньшая нога должна быть иметь минимум $500 проходить в неделю. В неделю, чтобы вы поняли. Okay. Вот это, в принципе, самые главные первые четыре столбика. Когда человек становится бриллиантом, это у него под ним уже есть три эмералда, которые он привел сам лично. И у него в маленькой ноге минимум уже проходит 15 тысяч долларов.
Идем дальше. Здесь в этом столбике показывается, сколько вы максимально можете заработать от своего бинара, от своей маленькой ноги, то есть там, где платят 20%, в зависимости от статуса. Поэтому, когда у вас статус только Silver, вы можете получить максимальные $25 в неделю от своей ноги меньшей и $50 в неделю от matching бонус. А matching бонус я немножко поговорю попозже, потому что это очень-очень важно. Это одно из самых важных моментов в нашем маркетинге. И именно в этом моменте вы заработаете самые большие деньги. Окей? Когда, как я вам сказал, что надо стремиться к бриллианту. Если вы дошли до статуса бриллиант, diamond, то у вас уже, вот посмотрите, четвертый столбик, это самый главный столбик. То когда вы дошли до статуса бриллиант, у вас минимальная зарплата будет в неделю $2000 с вашей маленькой ноги. А matching бонус уже будет unlimited, безлимитный. В зависимости, сколько людей вы привели, вы можете, у вас в группе на 7 уровней может быть 200, 1000 людей, от которых вы будете зарабатывать от 2 до 20% matching бонус. Поэтому сумма может быть астрономическая. И плюс на этом уровне вы начинаете получать еще экстра $400, которые платятся раз в месяц. До этого, я вам говорил, платится каждую неделю. А бонус на машину платится каждый месяц. Это кар-бонус, на который вы сможете купить машину и платить каждый месяц за нее. И когда вы дошли до бриллианта, вы получаете экстра $400 в месяц. И как вы видите, бонус на машину доходит, дойдет до $3000 в месяц. Это очень приятный бонус. Я уверен, что вы согласитесь. И посмотрите, какие заработки можно зарабатывать у нас. Когда вы дошли до самого последнего уровня, Crown Ambassador, это минимальная зарплата в неделю $100000. В неделю. Это только от вашей маленькой ноги. Поэтому заработки здесь могут быть очень астрономические. Вот это самое главное, что я хотел вам показать. Это 7 уровней, с которых мы можем получать matching bonus. Что значит уровни? Или generations. Уровни это имеет в виду всех людей, которых вы привели сами лично. Вы можете привести одного человека. Ну, я вам уже говорил, вы должны привести минимум 2, чтобы быть квалифицированным. Поэтому одного вы должны поставить влево, одного вправо. И запомните, что квалифицированным для того, чтобы получать деньги со своего бинара, со своей ноги. Допустим, если вы привели одного человека, вы все равно будете получать максимум и минимум 10% комиссионы, но только с одного уровня. Это matching бонус. Поэтому вам надо стремиться в любом случае привести минимум 2 человека. То есть одного поставить влево и одного поставить вправо. И как только вы это сделали, тогда вы должны только строить ту ногу, которая слабенькая. Значит, вы видите, что если вы стали сильвер или даже дошли до золота, то вы получаете, если вы золото, то вы получаете 15% matching бонус со всех тех людей, которых вы привели. Сами лично. Не имеет значения, какое количество. Всех людей, которых приведут ваши партнеры, это будет ваш второй уровень. Всех людей, которые приведут те партнеры, это будет ваш третий уровень. И компания платит matching бонус на 7 уровней. И это, конечно, зависит от вашего статуса, на каком статусе вы находитесь. И так как я вам сказал, надо стремиться дойти до статуса бриллианта, и на этом статусе вы уже получаете комиссионные, matching бонус до 5 уровня. Это уже большая... Кстати, до 5 уровня вы уже начинаете получать, когда вы становитесь Emerald. Даже когда вы становитесь Ruby, то есть это не так тяжело стать Ruby. У нас очень многие люди, партнеры в компании, становятся Ruby рубинами в первый месяц. Некоторые, кстати...
Если человек заходит в бизнес и проплачивает и заходит за $500, он становится рубль сразу же, если я не ошибаюсь, на первые 2 месяца. Поэтому рубином стать очень легко в зависимости, какой пакет вы купите, или в зависимости от вашей работы. Окей? Но matching бонусы. Вот представьте себе такой вариант, что вы начали работать и вы привели, например, помните, как я вам рассказывал одну из своих тренировок, вы привели в первый месяц 2 человека, потом эти 2 человека привели еще 2 человека и так далее и тому подобное. И через 7 месяцев у вас может быть в группе находиться уже сотни, а то и тысячи партнеров. И представляете, поэтому если сказать, что у вас будет из них 100 человек работать и 100 человек ваших партнеров на 7 уровне, я только говорю маленькую цифру 100. И в нашем бизнесе заработать, например, заработать $1000 в месяц, это не так сложно. И если умножить на 100, на $1000, то с этих 100 человек, если даже, видите, у нас оплачивается от 2 до 20%, ну давайте возьму 10% в среднюю. Это вы можете зарабатывать от 100 человек где-то минимум $10000 в месяц, только matching бонус. Поэтому matching бонус – это основная сумма денег, с которого обычно люди зарабатывают деньги. Поэтому это очень-очень важно. Это, в принципе, все, что я хотел рассказать о нашем маркетинге. Он очень простой. В нем ничего нету сложного. Самое главное, вы должны запомнить вот эту страницу, что вы должны привести 2 человека. Один пойдет слева, который должен проплатить минимум $60. Второй пойдет справа. И потом, в зависимости, какая ваша нога растет, вы должны будете строить противоположную. Если у вас левая нога растет, стройте правую. Если правая растет, стройте левую. Господа, вы должны к этому подходить как к бизнесу. Любой бизнес надо строить. Если вы пришли в эту компанию, в этот проект, в котором вы хотите заработать деньги, много денег сразу же, ну, тогда вы не в том месте. Идите работайте на хозяина, тогда, может быть, вы заработаете что-то сразу. Это будут копейки, но сразу. В настоящем бизнесе, то ли это традиционный бизнес, то ли это сетевой бизнес, надо строить. Вот это самое главное, что каждый человек должен запомнить, что бизнес надо строить. Я всегда советую хотя бы минимум 1 год. Господа, здесь на YouTube, если вы посмотрите вниз, я также выставил много тренировок, также по нашему проекту Валентасу и даже как приглашать людей в бизнес. Пожалуйста, читайте, слушайте эти тренировки. Это очень важно. Я сам прослушиваю, наверное, раз в неделю все свои тренировки, потому что это очень важно. Мы все люди, как говорится, работаем, у нас свои разные, как говорится, жизнь идет, бьет чередом, и все часто забывается. Поэтому надо всегда обновлять свои знания. Самые богатые люди в сетевом бизнесе всегда говорят: деньги в тренировках. И помните, господа, что люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Поэтому еще раз желаю вам удачи. У нас в руках классный бизнес. Во всяком случае, я так считаю, благодаря своему опыту. И здесь на самом деле можно заработать серьезные деньги, если к этому правильно подойти. Я советую вам всем обязательно выходить на связь друг с другом, общаться. Если у вас есть вопросы, звоните мне. Запомните, что сетевой бизнес – это бизнес отношений. Он всегда таким был, он есть и всегда таким будет. И одному построить бизнес невозможно. Его можно построить только тогда, когда мы все работаем вместе. Поэтому, если у кого-то из вас что-то непонятно, что-то вы не... вопросы, кто-то вам сказал какой-то негатив, позвоните своему спонсору, позвоните мне, я отвечаю всем. Мы это обсудим, поговорим на эту тему.
Еще раз повторю, господа, перед заканчиваем днем этой тренировки. Люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Большое вам спасибо за внимание. Счастливо, до следующего раза.